Добрый день, дорогие мои друзья, дорогие зрители моего канала. Сегодня вот у нас будет вот такая тема. Меня много спрашивают, куда переехал центр занятости города Хромтау. Вот он находился здесь у нас, в этом здании. Женис номер 4. Улица. Вот, как вы видите, в этом здании сейчас идет ремонт здания. Вот, центр занятости переехал временно на улицу Спортивная 2. Сейчас мы с вами пойдем к этому адресу. Я вам покажу, где находится центр занятости, куда он переехал. У нас вот такая вот сегодня погода снежная. Вот такой вот выпал снежок. Смотрите. Вчера метель успокоилась. Черная машина приезжает. Вот так вот живет наш город сегодня. Сегодня у нас 11 февраля 2021 года. Находимся на улице Рыскулбекова. Дальше идет улица Айтикиби на перекрестке. Здесь у нас магазин находится Риол. Видите, как сегодня такой снежочек выпал беленький, пушистенький. Метель успокоилась. Погода более-менее нормализовалась. Вот это улица Рыскулбекова. Туда идет. Вот. А мы с вами, дорогие мои, пойдем на улицу Спортивную. Куда же переехал наш центр занятости? Вот видите, здесь вот полностью делают внутренний ремонт. Крышу перекрывали несколько лет назад, а теперь делают внутренний ремонт. Вот смотрите, полностью идет внутренний ремонт. Погода более-менее успокоилась. Чистый снежок в городе Хромтау. И мы с вами пойдем на улицу Спортивная номер 2. Много спрашивают. Никто в основном не знает, где находится эта улица. Котики тут сидят, греются на трубах. Ой, что ты нам рассказываешь? Что ты нам хочешь рассказать? Ой, какой красавец идет. Ой, видите, какой пушистый, такой толстый, такой красавец. Вот он. Лапки замерзли, да? Холодно? Да. Но мы не будем отвлекаться, мои дорогие, потому что мы идем с вами на улицу Спортивная номер 2. Вот здесь у нас улица Молдогулова. Вот этот дом Молдогулова 1. Там вот, смотрите. Это улица Молдогулова. Туда вот вниз идет дорога. К первой школе, музыкальной школе, казахстанские дворы. Мы
с вами сейчас перейдем дорогу. Пойдем. Пройдем через наш парк. Пушистый, белый, чистый. Вот вдалеке вы видите наш Волытбанк. Ремонт там сделали. Посмотрите, какая желтая окантовка крышек. Сейчас привели в порядок. Вот так вот сейчас у нас выглядит зона. Мы с вами переходим дорогу. Немножко гололед на дороге, так как у нас в этом году какая-то аномальная зимняя погода в этом году. Вот наша аллейка. Сначала все растаяло. Несколько дней была такая теплая погода. Все таяло, все, весь снег растаял. Смотрите, сколько насыпало вот за пару дней. Так. Такая уже погода была, весенняя, все таяло. С крыш шел дождь на улице. Потом наступил мороз, все замерзло, очень сильный был гололед. И вот буквально вчера пошел снежок, засыпал нам вот такую вот красоту, смотрите, белую пушистость нанес. И снова у нас красивая белая зимушка. Февраль 2021 года. Это наш парк. Детская площадка стоит, ждет своих детишек до теплых деньков. Белый пушистый снежок. Засыпает так потихонечку. Насыпает дорожки. Наши фонари здесь. Люди ходят по своим рабочим делам. Вдалеке там, видите, горка. Тоже стоит, опустела. Детки сейчас учатся. Поэтому горка стоит. Пустует. Ждет своих детишек. Но во время морозов, конечно, никто не посещает ни улицу, ни тем более горки.
чистый-чистый снежочек. Смотрите, натоптали сколько. Где ходят, конечно, по парку. Все-таки занимаются спортом люди. Вот наш стадион. Здание вот это коричневое. Здание нашего стадиона. Там убирают снег. Чистят дорожки. Вот видите, там гнездо. Птичье гнездо. Вот эти деревья. Вот еще. Те, которые давнишние остались. Те, которые не спилили. Вот здесь футбольное поле с резиновым покрытием. Это поле. Здесь проходят занятия. Там еще поле второе. Перед зданием убирается. Видите, как? Вот спортсмены бегают здесь. Машины стоят, значит, занимаются в зале. Там тоже у нас есть несколько залов со спортивными тренажерами. Еще площадка спортивная. Сам стадион закрыт. Вот, вот. Кто помнит наши ворота на стадион, смотрите. С олимпийским медведем, с олимпийскими кольцами. Вот такие вот у нас ворота на стадион. Так вот сейчас выглядит наш стадион. Спортсмены бегают наши. Здесь вот тропинка такая вот, аллейка. Видите, тоже там почистили. Ведет аллейка к Дому культуры, к нашему этому управлению комбината. Такая вот аллеечка. Все чистится. Горы снега здесь лежат. Смотрите. Все чистят. Все приводят в порядок. Сейчас у нас очень спортивный город Хромтау. Развит очень хорошо спорт, спортивное направление. Очень много занимаются все спортом. И взрослые, и дети. Можно сказать, Хромтау теперь спортивный городок. Все любят заниматься спортом, бегом. Лыжами занимаются. Вот здесь вот есть. Там вот ленточки, вот видите, висят. Там вот была такая тропинка лыжная. Лыжня занимались там лыжами. Но так как был буран, вот видите, такие ленточки висят. Вот сюда вот проходила лыжня. Теперь все засыпало снегом. И нужно проделывать новую тропу для лыжников.
после такого вот снега. Видите, все засыпало снегом. Здесь вот, смотрите, летние стоят тренажеры вот такие вот. У нас даже есть вот вымпел, смотрите, прямо вот чаша для поджига огня, для соревнований. Будут зажигать огонь здесь, вот в этой чаше. Вот видите, такая вот металлическая лесенка там вот стоит. Вот. Там вот еще у нас площадка. Волейбол, баскетбол, тренировки проходят. Здесь вот на этой площадке. Здесь вот скамеечки стоят. Культурно закрывается на замок, огорожено вот такой вот металлической сеткой. Все культурно. Мы с вами прошли до конца парка, выходим на переулок Спортивный. Почти уже дошли до нужного нам места. Вот здесь еще, смотрите, такая тоже аллейка, тоже ведет к Дому культуры и к управлению комбината. Все почищено, все лейки почищены. Вот так вот, смотрите, выглядит сегодня, 11 февраля 2021 года. Мои дорогие друзья и зрители канала, мои хронтоучане, всем передаю большой привет, кто меня знает. Подписывайтесь обязательно на мой канал и смотрите наши видео. Пишите, что бы вы хотели посмотреть, увидеть или посетить какую-то улицу или здание, или дом. Пишите. По возможности буду вам снимать видео. Вот так вот сейчас выглядит улица Спортивная. Смотрите, вот вверх идет туда, вот видите нашу телевышку. Это наш парк, загорожен вот таким вот металлическим забором сейчас. Деревья высажены новые, все старые деревья убрали, вырубили, посадили новые. И вот уже за несколько лет, видите, как разрослась вот эта вот территория парка. Сначала начали вырубать деревья с этой стороны, сделали вот такую вот территорию, освободили от старых деревьев. Вот одно дерево там, вот видите, осталось. А так в основном все деревья старые удалили, посадили новые. Вот такой вот парк у нас теперь новый, обновленный. И вот теперь мы подходим к зданию. Сейчас вот, смотрите, здание, где находится. Вот Спортивное.
номер два. Вот сюда, мои дорогие, переехала наше управление. Вот здесь находится на первом этаже РАКС. Кому надо, смотрите, мы пройдем, зайдем на первый этаж, посмотрим, где у нас находится. Центр занятости населения. Вот находится на первом этаже. А вам, дорогие мои друзья, желаю всего самого хорошего. Будьте со мной, будьте на моем канале, смотрите мои видео. Всем удачи, всем пока-пока.